Еще очень важный вопрос, это возвращаясь к событиям на Украине. Сейчас очень много слухов пошло о том, что якобы возможна новая мобилизация в стране, в России, у нас. Что вы ответите тем, кто сейчас нас смотрит? Послушайте, на Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой. Я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тысяч человек мы призвали. Значит, сейчас у нас вот за последние 6-7 месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Это дополнительно к мобилизации, это частично? Ну, конечно, ага. Это вот за последние 6-7 месяцев. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракт.